Всем привет! У нас сегодня пробная съемка, обзор нашей покупки. Одна моя знакомая решила выстроить свой бизнес с нуля, Фаберлик. В общем, мы на нее подписались и заказали для себя и своей семьи кое-что из этой фирмы, из Фаберлик. Мы в сетевом маркетинге тоже как-то принимали участие. Мы работали с Avon. Сейчас очень редко там заказываем. Больше теперь в рукоделие ударились. Вот. Ну, хочется поддержать знакомую. В общем, смотрите, что мы заказали. Так, масочки для лица тканевые. К своему стыду, я еще ни разу не пробовала вообще тканевые маски. Ни для лица, ни для рук. В общем, решила провести эксперимент. Попробовать, что потом получится. Лак для ногтей. Два оттеночка. На руках я маникюр не люблю. Но сейчас лето. Для педикюра подойдет такой темненький оттенок. И вот такой вот тоже красивый. А бежевый я еще девчонкам иногда даю красить. Им хочется. Они у меня любят краситься. Так, лак. Деткам на пробу взяла зубную пасту. Ну, маленькая она очень, 50 мл. Маленьких у нас трое. Поэтому нам этой пасты даже на неделю, наверное, не хватит. С грушей паста. Я ее еще не распаковывала. Они сами ее сегодня распакуют. Думаю, что им понравится. А им все нравится. Мыло заказали. Два вкуса. Штрудель с мороженым и французский десерт. Я один кусочек открыла. Кусочек такой приятный в руку взять. Пахнет очень хорошо. Единственное, что мне тоже не очень понравилось. Вес у мыла 65 грамм. Маленький. Мы привыкли к объемчикам побольше. Нам бы все побольше и подешевле. Думаю, что мыло хорошее. Так, потом вот такое мыло детское. У нас там эйвоновское у них заканчивается. Холодное сердце я им покупала. На 8 марта, по-моему, я девчонкам брала. И вот такое мы поменяем. Егорка тоже таким пользуется. Ему нравится. Пахнет очень приятно. Я имею в виду детское мыло. Не важно, что оно там для девочек. Так, потом Лерочке я взяла вот такие бальзамчики. Ну, я думаю, что девчонки ей помогут. Если ей не жалко будет. Тоже они. Лера, когда бальзамчиком пользуются, они тоже губки подставляют. Так, вот сюда пока в стороночку отодвину. Вот такой гель для душа. Витамания, манго и папайя фруктовый. Ну, мы, наверное, его, если поедем отдыхать, с собой возьмем. Сейчас мы... У нас там есть большой гель для душа, мы им пользуемся. Вот еще один гель для душа. Мы уже и так пооткрыли немножечко запахи, потестировали. Нам все нравится с запахами. Не знаем пока, как по качеству, но очень хвалят. Особенно те, кто продает Фаберлик, они очень хвалят. Было бы странно, если бы они не хвалили. Так, это у нас хенд. Так, значит, крем для рук, скорее всего. Да, вот здесь по-русски. Питательный крем для рук и ступней. Так, вот такого я еще не видела, чтобы руки и ступни можно было. Обычно отдельно руки, отдельно ноги. Ну, вот такой крем, посмотрим. Ну, для рук я пользуюсь кремами, потому что руки, даже когда вяжешь, вот с пряжей работаешь, очень нужен крем для рук. Так, вот такой, это тоже, по-моему, гель для душа. Такой гель для душа, мятный шоколад. Меня приманил запах, как был написан там в каталоге. Он и сладкий в меру должен быть, и мятный. В общем, посмотрим, испытаем на себе. Так, что у нас там еще из вкусного? Ага, вот из этой же серии, вот как и для рук крем. Из этой же серии тоже гель для душа, малина и белый шоколад.
Так, гель для душа есть. Что там у нас еще такое? Шампунь для любого типа волос. Тоже единственное, что мне не нравится в нем, то что это 250 миллилитров. Нас много, нам нужны объем побольше. Но с другой стороны, вдруг он нам не понравится. Так что взяли мы этот. Если он нам понравится, то мы даже и маленький будем заказывать. Так, вот этот вот гель для душа и пена для ванны одновременно. Два в одном. Океана Кейптауна. Меня тоже приманило название. Меня заманили названием. Лерочка, а ты запах смотрела вот у этого геля для душа? Тебе понравился? Тут лотос и водяная королевская. Так, королевская протея. И водная лилия. Боюсь неправильно прочитать, я очки не взяла. Понравился, да, Лер? Лер, понравился, спрашиваю. Да, очень вкусно. Вкусно? Невкусно, а приятно. Я тебя все воспитываю. Так, нашим мужчинам взяла такую баночку, шампунь. Вот. Ну вот у нас скоро Никита еще приедет. У Никиты у нас длинные волосы, он их хвост заделывает. У Миши волосы обычные, короткие. У папы волосы почти отсутствуют, он любит на лысо у нас стричься. Но моется тоже шампунями. В общем, вот. Дети у меня смеются за спиной. Комментаторы мои. Так, нейтрализатор запахов. Это мне вот моя знакомая нахвалила. Сказала, что очень хорошо помогает от застарелых запахов. Я его с собой хочу взять, если вдруг мы поедем куда-то отдыхать. Потому что я с этим столкнулась. Шкаф открываешь и не продохнешь. Такой запах в шкафу. И потом пропитывается твоя одежда в этом шкафу. Я этого не люблю. Я постоянно все шкафы проветриваю, перестирываю, даже если там все чисто, все равно перестирываю. И стараюсь вообще, вот у нас сейчас в нашей комнате нет мебели. Там у меня шкаф с открытыми полками и вешала стоят, куда одежду вешаем. Плюс в том, что одежда не затыкается в запахе. Минус в том, что у нас вот эта строительная пыль, она садится на одежду. Ну, можно почистить, конечно. Так, вот такой универсальный пятновыводитель. Думаю, что если будут опять по скидке, я, наверное, еще возьму, потому что мне его давали пробовать, он мне уже тогда понравился. У меня впереди школа. У девочек будут блузки, у Егора рубашка, рубашки. В общем, это все пригодится для школы. На домашней одежде понятно, что мы никакие пятна не выводим. Думаю, что многодетные меня все поймут. Еще чего не хватало. Нам дешевле, наверное, выбросить. Потому что для дома мы покупаем дешевую одежду. Так, ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Ну, я уже запах посмотрела. Пока запах так не очень. Может быть, он раскроется уже, когда попадет на белье, а пока мне он не очень понравился по запаху. Не знаю, как он будет по качеству. Так, и вот последнее — это средство для мытья посуды. Я хотела взять тоже с малиной, как тут много всего мы набрали с малиной, но не было с малиной. В общем, пришлось взять эвкалипт. Но я его взяла для того, чтобы просто попробовать. Мы пользуемся сейчас гелем Zero пользуемся. Он хорошо смывается водой, в отличие от Fairy, например. Fairy очень долго водой смывать. Вот это средство еще пока не пробовали, попробуем. И последний, это тоже я на свой страх и риск взяла попробовать, Фитополис, имбирный напиток. Я очень люблю имбирь, я не знаю, что тут, как оно съедобное, несъедобное. В общем, попробуем. И мне еще, конечно, посчитали каталог. Я не знаю, зачем он мне нужен. Я-то с клиентами работать не буду, только для себя. Мне достаточно и электронного вида. В общем, лишние деньги за каталог с меня.
Я пробовала удалить его из заказа, у меня ничего не получилось. Нужно было у девочек спросить, можно ли удалять из заказа единственный каталог. Ну, не люблю я зря деньги тратить. Что, вот такая я, жадная до денег. Ну, все, наверное, на этом обзор закончен. Всем спасибо за внимание. Не судите строго, это наши пробные записи. У кого вот уже давно есть опыт в использовании средств Faberlic, напишите, пожалуйста, что еще там есть такое хорошее вот для семьи, что мы не усмотрели в этом каталоге, чтобы вы посоветовали нам заказать. Не для работы, для семьи. Всем хорошего настроения. Всего хорошего.